Друзья, всем привет! Меня зовут Гудмен, и сегодня мы с вами продолжаем прохождение игры «Дом тысячи дверей», первая часть, которая называется «Семейные тайны». Так, давайте вернемся на нашу локацию. Я помню, у нас открылся новый мир. Вы знаете, друзья, для вас это будет не сильно заметно, но я уже где-то неделю не запускал ни одну игру, очень много опять работы у меня накопилось, как вы заметили, у меня такое происходит время от времени. Я две части записал, и вот сейчас, когда дошла очередь до третьей, я выпал на неделю. То есть я даже так специально еще не выкладывал ни одну из частей. Подождал, когда появится время, посмотрел второе видео частично, чтобы что-то вспомнить. А то сейчас буду тут плавать, и то, вы знаете, все равно что-то, наверное, я подзабыл. Вот. Ну да ладно, будем по ходу дела разбираться и наверстывать упущенное. Еще много интересных игр повыходило, я посмотрел. Хочется во все поиграть, но, естественно, это не получится. Но как будет, так будет. Так, взяли мы яйцо и черпак. Локация-то пустая получается. Яйцо, черпак. Сколько предметиков у нас тут? Вот здесь, смотрите, как близко две локации. Вот фактически можно было это пропустить. Потому что, ну, вот эта лестница. И, ну, очень близко. Я не знаю, тут, конечно, вряд ли я этим разогрею. Надо чем-то полить, возможно. А можно было здесь застрять надолго, если бы вот это я не проверил. Так, а что здесь у нас? Шестерня и какая-то газета. Трещина в сердце. Жители Сноу-Виллиджа продолжают обсуждать недавнюю трагедию, случившуюся с нашим уважаемым земляком, скульптором Недом Старком. Он и его молодая жена слыли людьми нелюдимыми, жили в особняке на окраине поселения, предпочитали, чтобы их никто не беспокоил. Денег у супругов было предостаточно. Скульптуры Старка пользовались спросом на многих европейских и североамериканских аукционах. Однако популярность не уберегла семью от беды. Катаясь на коньках, Сильвия Старк провалилась под лед Альдерановского озера и утонула. С момента его смерти Нед не появляется в обществе и не подает никаких признаков жизни. Что с ним случилось на самом деле? Как-то у нас так, видите, получается второе дело опять связано с какими-то трагическими смертями. О, кстати, слушайте, я и забыл про эти. Так, а здесь-то я не нашел, получается. Давайте искать. Камешек, ну давай. Как и слушайте, случайно просто это набрел так на это. Блин, это хорошо, конечно, но где здесь предмет? Предмет, где ты? Я так не... Может, он где-то на какой-нибудь... Помните, один раз у нас была при приближении... Там что-то менялось. Может, вообще здесь на двери что-то? Нет, ничего. Здесь рубили дрова. Это хорошо, наверное. Тут я вообще не вижу. Может, в гнезде что-то меняется. И здесь ничего нет. Слушайте, может быть локация, интересно. Логика говорит нет. Но... Все уже проверили. Давайте, ладно, начнем с этого поиска предметов. Эх, слушайте, я даже как-то соскучился уже по этим поискам. Столько не играть, неделю. Может, и форму какую-то. Хотя какая тут форма может быть? Так, что-то, какое-то стекло надо порезать, видимо. Вот я и крюк сразу вижу. И бусики. Пистолет. Перчатка там, по-моему, тоже была, но это... По-моему, револьвер скорее даже, чем пистолет. Так, надо бы снеговика доделать. Гантели, череп. Череп где-то я только что видел. И гантель, по-моему, тоже. Вот. Эйфелевая башня. Ремень. Вот ремень, что-то я столько раз внимание на это обращал, и так ни разу и не увидел. О, рыбка была. Рыбка клоун, по-моему. Нет, у них здесь клоун отдельно нарисован. Кстати, клоуна пока что-то я не наблюдаю. А, вот же он. Вот и замок. И пружину я видел. Цифра 7.
И ремень этот треклятый. Так, цифра 7, видимо, кто-то может отколоть надо или нарисовать где-то. Ага, все ясно. Ремень не там. Вот он. И что полезного вы нам дадите? Серебряный череп. Хотя, друзья, что заморачиваться этими призрачными предметами? Здесь такой ачивки нету. Мне как-то, вы знаете, не прельщает так самому себе какие-то испытания строить. Найду, хорошо, нет, ну и бог с ним. Не буду сильно этим заморачиваться. Что тут? Заткнуть яйцо может, нет, хотя оно побьется. Яблоко не хочешь скушать? Нет, тоже не хочет. Ладно, давайте сцены поиска еще раз пробежимся. Виноград, нож. Надо вытесать кол, может? Даже не вижу с чего. Ой, сколько тут всего. Бог его знает. Что-то мне берется пока. Где тут... Где можно нож применить-то? Слушайте, ну так же не делается это дело. Ага. С такую палку не ножом обрабатываются. Это уже глупости. Очень толстая. Таракан? Какой же здесь таракан должен быть, чтобы я его нашел? Здоровый какой-то. Может, какой мадагаскарский, хотя они немножко другого цвета, по-моему. Так, лупа, сердечко, лейка, сапог, удочка, собака. Вот что-то ж может быть и там, и вот так и сидишь, ищешь. Оно где-то там. Надо, чтобы тут закончилось появляться, можно тогда туда перенестись и будет потыкать здесь все. Вот сердечко тут, колечко. Вроде бы все. Ну вот, видите, уже проще. На сапог это тоже не похоже. Колокольчик где-то сверху, по идее, должен быть, но не факт. Вообще, конечно, долго вот думал, что проходить дальше. Наверное, пока Фантазмат проходить не буду. Сделаю еще небольшую паузу. У меня есть в планах пройти одну интересную игрушку со Стима. Вот, тоже в жанре поиск предметов. Посмотрим, как она пойдет. Такая интересная стилистика. Ну, ладно, не буду я ничего больше говорить. Как будет, так будет. Может, вообще что-нибудь там поменяется, и я не смогу. Так, одной шестерни. А вот она. Ключ. Отлично. Новый точильный круг. У меня, к сожалению, его нету. И разгребать тоже нечем. Может, только если черпачком. Нет. Так, ну тут вроде бы все. То есть можно вернуться за фотографией. У нас еще тут ключик, может быть, можно применить. Может, здесь эту хлопушку запустить? Не, не хочет. Вот, смотрите, как я не нашел. Ага, хитрые. Отлично. Еще, друзья, одна локация впереди. Призрачный предмет. И где? На-на-на. По идее, туфли какие-нибудь должны. Слушайте, опять не вижу. Ну, они как-то сразу так в глаза бросаются. Но не всегда почему-то. Так, где мы остановились? Трещина в сердце я читал. Одаренная молодежь. Сила мысли. Да, это я видел. Это тоже читали мы. Какая трагедия, жена скульптора погибла, провалившись под лед. Счастье было столь хрупко. В комнате осталось множество скульптур, но большинство из работ так и не были закончены. Мастер словно сошел с ума, уродуя прекрасные статуи. Скульптор был на грани самоубийства, и петля лучшее тому свидетельство. А почему на грани, может, он и погиб? В доме царит настоящий хаос. Обломки мрамора валяются на каждом шагу. Еда превратилась в тлен. Похоже, несчастный мастер специально морил себя голодом. Нед так и не смирился с утратой любимой жены.
Ну, видно, что здесь давно никто не был, это 100%. Так, любимая, прости меня, я не в силах жить без тебя. Одна надежда на чудо. Возможно, скульптура вернет мне прежнюю силь. Кого? Сильви. Видимо, так он ласково жену называл. Так, здесь нам точно делать нечего. Ага. Надо еще найти. Ух, сколько там черепов еще. Свадебное фото Читы Стар. Какая красивая пара. Так, а тут что? Похоже, что в голове оленя что-то спрятано. И как вы мне прикажете это достать? Поджечь ему рога, может, нет? В общем, тут пока делать-то и нечего. Давайте сюда сходим. Могилы скульптора и его жены. Возлюбленные мечтали жить долго и счастливо, а потом умереть в один день. Но судьба их сложилась иначе. Даты смерти на могильных камнях разные. Как это печально. Значит, все-таки он погиб. Да, друзья, вот так вот. Видите, большая любовь — это всегда и большие страдания, большая ответственность. Так, клещи. Где-то что-то мы могли достать, возможно, с углей каких-нибудь. Фигурка в виде сердца. У нас ничего нету. Вообще можно, конечно, картой воспользоваться, если что, так на всякий случай. Пока хочется, я так, знаете, немножко хочу свою память потренировать, тем более она нам еще пригодится где-нибудь. Где-нибудь будут сложные задачки. Ну, пока что, я понимаю, только фотографию можно использовать. Где-то будут какие-то сложные задачки, и надо будет без карты пользоваться, все это решать, поэтому... Пока вот так. Да, хорошо, хорошо. Что делать, кстати? Так, здесь что-то расколоть. Яйцо не хочешь расколоть? Нет. Здесь нужен вентиль. Здесь дрова. Здесь надо бы отрезать кусочек сыра. Здесь пусто. Туда не пойду, там, по-моему, ничего такого не было. Ну, слушайте, в самом деле многое подзабыл уже. Потушить огонь. Я могу уже, хотя клещи короткие слишком, чтобы что-то достать. Может, чашу-то дадут? Нет, друзья, что-то где-то я проспал. Давайте карты воспользуемся все-таки. Две локации. Дом скульптора и кухня. Что-то на кухне можно сделать. Интересно. Ну, сыр-то мы тоже никак не отрежем, ничего не сделаем, правильно же, но... Какой тут вентиль, блин. Так, что-то я не понял. Ага, полка, блин, слушайте, я даже это не видел. Вот, а сейчас можно кусочек сыра отрезать и пойти той мышке дать. Что там, пробка? Вот так вот, друзья, какой же в прошлый раз. Это, кстати, косяки моего прошлого прохождения. Не текущего. Тут мышка была, я хорошо это помню. Смелый. Такую мышь. Так легко взять. Так, стойте.
Тут всякие ключики, целая куча. Тут вроде бы все. Мышь. Где-то мышь точно, я помню, можно было использовать, но я вот подзабыл где. Тут-то вряд ли где-то. Пока пробку воспользуемся. Так. Вычерпать воду. Ну давай. Хорошо. Точильный круг. Пока у меня нету, к сожалению, точильного круга. Так, избавимся от черепа, чтобы еще меньше был. Установите черепа в правильной позиции. Как-то вообще неинтересно. Смысл такой задачки, где просто по кругу надо было повращать немножко и все. Давайте вернемся. О, соберите точильный станок. Что угодно. Нож? Нет, не хочет. Пока нам точить здесь нечего. Но зато здесь у нас теперь есть место, что можно сделать. Вот, думаю, где же эти клещи можно было использовать? Ключ ромб. Ну, это там, где мышку мы взяли. Надо туда идти. Но я уже, друзья, наверное, двигаться. Хотя, вы знаете, как тут... Вот здесь есть подвох, понимаете? Можно двигаться и какую-нибудь сцену поиска пропустить. Вот, а можно по карте перенестись, а потом ходить, блуждать, блин. Вроде быстрее получается, ну, бог его знает. Давайте, пока еще у нас не так много локаций, будем делать, как нас просят, без карты. Тем более, я пока помню еще. Так, это потом будем здесь проверять. Пока здесь надо все найти, чтобы потом было проще. Хлеб, маракасы. Где ж эти маракасики-то? Вот они. Так, хамелеон. Ну, хамелеон, по идее, мы тут его должны с трудом найти, потому что он уже явно принял цвет какого-то, какой-то из поверхности. Солнце, кран. О, кран, кстати, то, что мы ищем. Все, уже можно тут. Тут всего лишь два предмета было. Так, давайте искать. Вот глаз. Вот кран. Мне там вентиль нам нужен был. Клубника, хамелеон и маска. Вот же, блин. Клубника тоже всегда тяжело ищется со скрипом. Так, вот клубника. Вот где же хамелеончик-то? Ага, хамелеон, готово. Бревна. Будем разводить ромб сюда, что ли? Совок убрать можно будет что-то, да? Хорошо. Давайте, наверное, вернемся, две фотографии положим и пойдем потом. Там где-то пыль можно было, я помню, убрать. Надо порубить, нету топора еще. Еще топор надо будет искать.
это фамильное древо. Здоровое, здоровое. Так, по-моему, я не помню, кстати, вот здесь, да. О, сердечко. Так, ну что, по старой схеме красный лебедь надо, видимо, покрасить. Бутылка. Рога. Так, вот рога, бинокль. Угу. Глаз, короче, ищем, ищем, ищем. Знаете, вроде бы здесь так много сцен поиска, но как-то они так... Вот нет такого здесь торможения. Ну, практически, конечно, не хочется мне, как обычно, накаркать. Было у нас такое пару раз, что все легко, легко, легко. Доходит дело до каких-то этих, и начинаются проблемы. Так, все, где там этот чулан? Мы тут хвосты понаделываем. Так, что-то вообще ничего брать нельзя. Какая бесполезная сцена. Так, веник. Кости я не вижу. Вот глаз. Кость, бутылка. Бинокль и лилия. Бутылка, молот. Кость, бутылка осталась. Вот ты где. Так, лопата. Скопать будем здесь, видимо. Так. Что дальше? Что-то происходит. Дух. Incredible. Can you really see me? I'm so glad. Perhaps you'll be able to help me. After my wife Sylvia died, I tried to recreate her face in marble, but I failed. I couldn't make the cold, dead stone look like she did. The face looked like any other bust. After several sleepless weeks, I went mad. I dug up my wife's grave, took her skull, and used it as a model for the head of my statue. Since then, I've been unable to find peace or Sylvia's soul. Please return Sylvia's skull to its grave. Ну, хоть цель ясна, теперь надо череп искать. Господи, что же натворил этот безумец? Вскрыть могилу собственной жены, использовать череп как каркас для скульптуры. Неужели кости статуи? Нужно придать их земле как можно скорее. Да уж. Ничего хорошего. Еще не хватает чего-то здесь. Давайте пойдем точить топор, рубить дрова. Пока у нас ясно, что можно делать. Это самое главное. Так, острый топор. Замечательно. Еще поиск появился. Ну вот, работы хватает. Ах ты как. Раз. Прикольно. Не получится. Так, собраться. Оп. 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 Ну вот и вязанка дров. Так, дрова. Теперь... секатор, кукла в шляпе. Что-то надо где-то разморозить, что ли? Ну да, как мы и думали. Секатор. Кукле шляпа дали. Так, корзина. Петля. Бита. Гирька, мишень. А тут что?
Так, тут где-то было, по-моему, какое-то приближение, или мне кажется это? Нет, наверное, кажется. Давайте искать все так, все как есть. Лебедь, маска. Вот вроде бы по логике вещей мы тут были на этой сцене поиск, значит, должны быстрее как-то шевелиться здесь. А нет, что-то не получается настолько быстро, как хотелось бы. Вот глочка я где-то видел. Лопата, ангелок, маска и бутылка. Лопата, ангелок. Какая лопата? Маска, ангелок и бутылка. Слушайте, ну не вижу я ничего. Может, где-то все-таки есть это приближение, потому что у нас каждый раз же было это, ну. Что это такое? Ангелок такой? О, нет, я не такого видел. Это скорее очки, чем маска. Это больше на яд похоже. По обозначению, чем на бутылку. Так, давайте открывать. Расположите камни статуэтки по центру в один ряд. Знаменитая задачка. Все. Ух, надо было очень тонко так все это настроить здесь. Золотой ключ. Ой, да, так, а что же у нас там еще было интересно? Что-то я вот тут не припомню. Золотой ключ, дрова, нож, что тут еще где было? Ага, здесь что-то еще осталось, точно. Портрет и вентиль. Так это что, не в этом мире еще скрывается, что ли? Тут-то ничего делать не надо. В этом мире, по-моему, мы уже полностью все завершили, кроме черепа этого. Ладно. Айда на кухню. Да еще что-то. Кастрюля с кипятком. Там что-то расколоть. Кипяток так не тушится, это явно. Вот почему бы сейчас нельзя было набрать холодной воды и пойти потушить? Что у нас? Давайте карты воспользуемся, не будем пока так это, пока так хорошо быстро все проходится. А, на скамеечке что-то лежало, ну да. Кирка. А теперь куда? Эту скульптуру надо, видимо, расфигачить. Скульптура у него здесь. Ой. В сарае хранятся, по-моему. Это
Здесь нечего и расфигачивать. Ага, вот она. Что-то, слушайте, я ее подзабыл. Как это все было связано? Все. Что, давайте поговорим с этой мамзель. You're really smart. I didn't expect you to be so brave and quick-witted. Everything has transpired as Gabriel said it would. Thank you for your help, young lady. My headache is gone, and I feel much better. Так, ну и напоследок нам оставила целый стол закуски. Может, маслице намазать? Ага, так просто и просилась, просто такой ножик лежал, знаете, аккуратный, как раз под это все дело. Тут рубин где-то. Тут, по-моему, что-то еще. Какое-то приближение было, нет? Может, я ошибаюсь? Во, вот здесь. Буква L. Ох уж эти буквы мне здесь. Вот она. Так. Штопор. Песочные часы. И бабочка. Все отличненько. Ключ-треугольник. Ну давайте съездим вниз. Сейчас будет фотография, а под фотографией, когда мы вставим, будет ключ в какой-то другой мир. Нет, не факт. Зерно. Обалдеть, а где мне зерно-то использовать? Осталось два ключа тут всего. Зерно и мышь. Может, наверху что-то я еще там не доделал. Тут у нас только можно орешком воспользоваться. Больше делать, по-моему, нечего. Да, тут никаких нету этих. Ну, значит, тут всюду все очевидно. Кстати, может, там что-то поменялось, когда это... Нет, смотрите. Призрак исчез, а все равно какие-то последствия остались. В той стороне уже практически делать-то и нечего. И на улице тоже, по-моему, только если кусты постричь. Мы секатор же находили. Почему ты вот... Давайте на второй этаж сходим. Да-да, точно, птичка была. Сердце. Сейчас еще одна дверь откроется. Так, палитра. Что тут? Валан, кстати, это второй раз, по-моему, уже эта сцена у нас. Глаз, колокольчик, слон. Сколько всего тут еще искать? Слон какой? Фигура слона или шахматная? Ага, кукушка сейчас выскочит. Что-то предметы-то и не заканчиваются, да? 8 штук еще осталось. Так, ладно, можно сюда перенестись. Тут, может, ничего и не будет, скорее всего. Нет, один предмет был все-таки. Хорошо. Уже легче. Глаз... Валан, вот колокольчик.
какие-то мелкие предметы на этой сцене. Это не фуражка, вот. Это расческа, не щетка. Гирька, валан и щетка. Гирька, валан и щетка. Валан. Щетка и гирька. Слушайте, что-то я его вообще не вижу. Вот так, блин, застряли. Что, реально не вижу? Как так? Надо что-то делать. Может, здесь где-то мелкое что-то? Да нет, ничего не видно. Гирька и щетка. Тут пуанты. Паук. Кубок, кот, ножницы, какая-то лампочка, варежка, пистолет, бубен, кость. Тут где-то что-то должно быть еще, видимо, блин, какая-то сцена. Ой, ну конечно, эх ты, вот, вот, друзья, память, память, неделя, я уже таких, эти, хотя вы знаете, почему я должен это в голове держать целую неделю, то, что мне, по сути дела, в жизни не надо. Ух ты, новый персонаж. Привет. Hello, Kate. I'm so pleased to meet you. I've heard a lot about your exploits in the House of a Thousand Doors. I hope you will help me too. The workshop here, where I restore paintings, is behind this door. I was removing a layer of paint from an old canvas when flames burst out of the painting and consumed my workshop. Now I can't go in there. Maybe you could help me to find out what happened. In the meantime, I'll go find my bird. Ну вот и новая комнатка у нас. Так. Ой, друзья, не туда я забежал. Давайте почитаем, кстати... Что-то я не понял. Судя по всему, это дочь Саймона и Хлои. Девушка рассказала об ужасном пожаре, пламени, которое вырвалось из картины. В это трудно поверить, но здесь, в доме тысячи дверей, возможно все. Это точно, нотного листа не хватает, да, еще? Так, это все отсюда вам. Ключик. Вон нотный лист лежит. Тут-то больше практически делать нечего. Одной детали не хватает. А тут что? Надо чем-то откупорить все это дело, да? Путь у нас не близкий. Гирька. У нас была одна... Весы в комнате, где Саймон сидит. Там можно было гирьку использовать. Не, все-таки вот такие игры, они отличные, отличное упражнение для вот этого памяти, чтобы все вот эти нюансики запоминать. Очень полезно. Когда особенно играешь подряд, очень хорошо внимательность развивает. Да и память, в принципе, тоже можно. Я когда учился, будучи еще студентом, у меня, друзья, была феноменальная память, не буду хвастаться и проводить примеры, но поверьте вы мне, я бывало такие вещи, как говорится, один раз послушал, а потом практически все мог наизусть воспроизвести. В это сложно поверить, но в самом деле так у меня, такая вот была у меня память. Так, теперь здесь фотография, тоже ничего, вот тут что-то ценненькое еще есть. Так, ну давайте будем двигаться назад, откроем еще одну локацию новую.
Раз, два, три, четыре. А где ручка? Вау, вау, какая красивая сцена. Все в комнате выгорело дотла, кроме этой картины. Неужели такой прекрасный портрет мог стать причиной пожара? Что таится под слоем новой краски? Да, действительно такая психоделическая картина. Сколько там мы уже нашли? Ну, больше половины уже закончили. Что-то там кидаешь, смешиваешь, потом добавляешь яйцо, мешаешь и получаешь новую краску. Может, она сразу яйцо, в принципе, сюда. Ой, закинуть. Ну и в чем дело? Надо, наверное. Ну, ступка есть. А почему ты не хочешь вот желтый минерал кидать? Ага, надо взвесить. Все понятно, друзья. Глаз, шахматная фигура. Аманда, я верю в силу твоих художественных способностей. Соверши маленькое чудо и верни этой девочке улыбку. Ох, чувствую, тут, друзья, буду долго сидеть, если тут какие-то будут начнутся с цветами головоломки. Я их очень не люблю. Эти оттенки вечно вызывают море вопросов. Так. Такое ощущение, что все как-то так, знаете, идет к завершению, потому что, ну, тут уже мало что осталось еще делать, по сути дела. Свяжем носочки. Носочки, да, все верно. Подкова где-то здесь. Мыло. Кисточка. Что-то еще здесь должно быть. Слушайте, мы, по-моему, уже третий раз на этой сцене поиска. Садник. Третий раз это уже... Да, друзья, точно, мы уже здесь третий раз. По-моему, это уже перебор. Да. Вот что значит стесненные условия. Так, череп. Свисток и утюг. Утюг вот. Череп я где-то видел. Так, вот он, свисток. А вот свистка я что-то и не припомню. Ага, вот ты где. Кисточка. Кисточку мы знаем, где положить. Взвесьте 200 грамм желтого камня. Да, сложнейшая задача, ничего не скажешь. Сейчас что-то дадут нам ключ. Еще один. Неужели отсюда? Нет, тут будет, видимо, самый последний. Ну, все, идем наверх. Дальше. Тут что ли рисовать надо желтым? Дверь просто. Сюрприз за сюрпризом. Нарисованная на обоих дверь превратилась в настоящую. Куда она ведет? Мне не терпится это узнать. У нас как раз ключик есть.
Ну что, друзья, на этом мы с вами сегодня остановимся. Нас ждет еще одна таинственная дверь, а потом еще одна, и, наверное, на этом закончится основная часть. Уже, мне кажется, больше половины мы совершенно точно прошли, дом практически полностью изучен. Осталось только там несколько буквально мест, где мы еще что-то можем применить. Ну, в целом, игрушка, по-моему, мне, понимаете, мне ее тяжело оценивать как-то так правильно, трезво, рационально, потому что я проходил ее раньше. И многое из того, что я вижу, и в том числе сюжет, мне как бы знаком. Я даже больше помню какие-то нюансы геймплея и того же сюжета второй и третьей части, понимаете? То есть мне это сложно объективно дать какую-то оценку в этой игре, но в целом здесь есть то, что я очень люблю, вот эти вот, я много раз про это упоминал, практически в каждом своем прохождении, что здесь есть вот большая локация, где мы на протяжении всей игры что-то как-то с чем-то взаимодействуем. Не полностью, как вот у Elephant Games, у стареньких игрушек, где абсолютно там 20-30 локаций, они все связаны, но хотя бы вот частично это сделано, то есть какой-то новый открытый мир, плюс наш дом, где мы, как говорится, наша исходная точка с кучей-кучей всяких секретиков еще про запас. Но единственное, что здесь очень расстраивает, это очень много сцен поиска. Он пусть такой не надоедливый, но все-таки, мне кажется, он портит немножко картину. Но, повторюсь, если от этого немножко отойти и вернуться в те года, когда эта игрушка вышла, поиск тогда был очень в таком большом фаворе. И поэтому это все логично, как бы и поступок разработчика, их действия абсолютно логичны. Поэтому, мне кажется, за это тоже оценку снижать не совсем верно. Если, конечно, оценивать с 2017 года, то здесь можно сразу придраться к этой графике, что здесь плохая графика. Играть в это невозможно. Хотя, вы знаете, есть такие вещи, как классика. Классика должна нравиться всегда. Но вот эту игру классики, наверное, отнести нельзя все-таки. Вот, но если брать строго по жанру, то очень даже средненькая хорошая игрушка с хорошими перспективами на будущее. Но повторюсь еще раз, я это говорил в прошлых своих частях, вам решать, будем ли мы проходить следующую часть или нет. Оставляйте ваши комментарии. А на этом у нас все. Если вас заинтересовала игра, ссылочка на нее находится под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока.